Приветствую вас, уважаемые садоводы, огородники! Вы на канале Сад Огород Про. И в этом видео я расскажу вам про такое натуральное удобрение. И это видео, оно будет полезно именно тем, кто выращивает рассаду дома. Это удобрение именно для домашней рассады. Если вы выращиваете рассаду без дополнительных ламп, а просто на подоконнике. Для, например, своего небольшого огорода. Именно это удобрение будет вам самое-самое полезное. Это то, что нужно именно домашней рассаде. И речь идет про очень эффективное натуральное удобрение, которое подходит лучше всего, как я сказал, именно для домашней рассады. Именно оно необходимо нам в качестве подкормки именно в апреле для того, чтобы внести под рассаду. Носить можно как присыпать тонким слоем, так и можно развести в пол-литра воды одну чайную ложку и полить. Поливается под корень, и также если в сухом виде просыпать, то тоже просыпать под корень. Это удобрение, оно продается в готовом виде, но лично я готовлю его своими руками. Я редко покупаю натуральные удобрения, так как прекрасно знаю и умею, как их делать своими руками. Своими руками это удобрение готовится из обычных костей. Это костная мука, удобрение. И всегда, когда у меня остается кости от рыбы, кости от курицы и от любого другого мяса, я всегда их высушиваю и дроблю. Перемалываются они в муку и получается костная мука. Костная мука очень сильное удобрение именно под домашнюю рассаду. Всегда его использую и бед не знаю. Также оно прекрасно подойдет и под рассаду, если у вас с дополнительным освещением. Также подходит и для домашних цветов. Используется абсолютно везде. Но самый лучший эффект именно для домашней рассады.